Сегодня Василия Коровина солидным юбилеем чествовала руководство Таима и бывшие коллеги, с которыми он работал бок о бок на протяжении многих лет. Все они помнят его неоценимый вклад в становление и развитие предприятия в 90-е. В период распада СССР тогда еще завод «Сельхозагрегат» столкнулся с серьезным кризисом, но благодаря правильно выбранной стратегии Василий Васильевич сумел вывести производство на новый этап. Ему удалось поставить на поток продукцию для Минского автомобильного завода. Они нам дали сначала колодки, потом целый ряд узлов, причем они дали оборудование, нам сюда привезли, смонтировали, помогли. Мы освоили это дело быстро, и у нас пошли как-то вот эти взаимоотношения с МАЗом, так что объем нашего производства где-то равнялся процентам 75-80 по МАЗу. Василий Коровин родился в Бобруйске в 1939 году, окончил Ленинградский институт по специальности инженер-кораблестроитель-сварщик. Работал на шинном комбинате «Гомсельмаши». Его богатый профессиональный опыт пригодился как нельзя кстати на Таиме. Здесь уникальный талант организатора и деловые качества принесли ему заслуженный авторитет и уважение. Он пришел еще директором, когда был «Сельхозагрегат». Мы вместе с ним стали арендным предприятием. Были, наверное, два срока, 5 лет, и потом продляли этот договор аренды с государством. Потом произошло акционирование. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Василий Коровин получил много добрых пожеланий и подарки от коллег на память. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.